подхожу, учительница. 40 опрыскиваний за лето, вы это жрать будете? Это еще до президента, я сами видите. Ну, я сделал статью. Смотрите. Смысл этой статьи. Все начинается с дебильной искусственной кроны дерева. Какой-то идет, решил, ветки идут, вот ветка, она потом дает. Ну, как правило, одна дает 3-4. Каждая из 3-4 дает еще 3-4. Потом те дают, и вот оно вырастает дерево. Кто-то решил, что надо посередину всю вырезать, просветить, чтобы солнце насквозь пронизло. Так кто вам сказал, что от этого станет больше урожай? Урожай это вот так, вот так, вот так, вот так. Простор, все, вот, во все стороны, вверх, в бока. Ну, вы-то это вырезали, а в середке-то уже все, ветки, на них уже плодушки нет, они уже бесполезные ветки-то. Ну, это так вам объяснять надо. А то, что набросится, все, опять вся эта самая, все какие болезни есть, теперь дерево обеспечено. Ну, так, как мне вернуться опять на мажорный лад? А, я вспомнил. Значит, мы с вами проводили последний или предпоследний вебинар. А ну все так же, мы с вами единомышленники, и вдруг нашелся человек. Видимо, что-то, может быть, даже, вот что плохо, да? Есть люди, которые, ну, у них не фамилия, они как, обычно клички у них. Чуть не сказал, у кого клички обычно бывают, да? И она, ничего страшного, там не написано, даже не обидно, потому что, если Мичурин гигант, это понятно. Вот, и там было сказано, что вы за 30 лет не приблизитесь к Мичурину, вы железо. Вот. Ну, кому-то вот это все не понравилось. Кто-то сейчас скажет, нет, грибы жрут, естественно, ткань, не надо дерево поливать ядохимикатами. Вот. А я говорю, не поливать грибы не надо, это, вот все эти больные деревья, потому что это бесполезно. Надо сразу вырастить здоровое. А пример мой сад. У меня свидетели есть. Лена Александровна, подтвердите, если вы здесь. Вот. Абсолютно здоровый сад. Вообще и тля перестала меня мучить. Когда-то я резал, как и вы. И вот к чему я говорю. Дело в том, что нас, вот как я это сказал, искусственная форма кроны. Так получилось, что мы имеем дело с гением, с гигантом, да, Мичурин, которого я с придыханием говорю, уважаю немерено. Но, понимаете, как получается? Я почему другим путем пошел? Потому что все то, что делал он, может сделать быстро и легче. Пусть я не читал его десятки лет. Ну, да, если бы еще читал, еще бы быстрее бы до этого достиг. Дело в том, что вспомните мой тройной гибрид. Вот это же по Мичурину, только я не знал. Но дело-то о другом. Агротехника, заложенная в старые времена, в старые века, она ничуть не изменилась. И времена Мичурина такая же была. Вот доказательство. Видите? Вот. И тут нельзя сравнивать 30 лет. Мне не надо эти 30 лет до него, потому что я не буду создавать царападус. Я не хочу, чтобы был этот самый бергамот. Не хочу довести яблоко до совершенства, как было в раю, не калеча геном. Довести грушу, чтобы была слаще меда. И причем она и так есть, но это там, в Египте. В крайнем случае, ну, там, где считаются райские места. А в Сибири как? Вспоминайте, допустим, этот Лисовенский институт, да, Барнаул. Он такие груши создал, красивые, все, но они это, с дубинистостью. А иначе не мог, там же заложены в них гены этих дикарей. То есть получился средний репетит, дальше не идут. Вот, так вышло. Пришлось идти другим путем, а он Мичурин от него отказался. Значит, получается, мне 30 лет-то не надо, у меня первых лет получилось. Но дело-то не в этом. Получалось бы и в науке, но, а наука что-то вот тут вот, понимаете, я как бы оправдываю Мичурина. Селекционер от Бога, а деревья в ее время, с какого-то момента, он же не сам, он же уже стал академик, это все пошло, но все осталось в таком же виде. Я вот взял, установил фильм, да, посвященный Ивану Мичурину. Фильм сделан в 40 каком-то году, при его жизни. И в этом фильме его показывают, живого. И в этом фильме показывают сад. Вот я остановил картинку, любуйтесь. Если бы сейчас кто-то с моих учеников вот такой бы изобразил,
Я в таких случаях говорю, руки оборву. Или ты не ученик, а это самое. Другие слова есть. Понимаете, о чем речь идет? Тут это нельзя, это как сказать, разные технологии, это означает, что если один создавал пароход, а другой самолет, нельзя говорить, что это самое, пароход хуже самолета. Я на пароходе плавал, это отдых. Это отдых настоящий. А на самолете что, блевал, потому что в советское время все блевали. Но самолет быстрее. Пароход самолет не догонит. Я не хочу на самолете летать. Я перестал летать. Вот такие попадали ямы воздушные, что жизнью прощались. Вот так и сравнить меня с Мичуриным. Один пароход сделал, другой самолет. Вот. Ну, я, может, пример не годится, не знаю. Вот что получается. Вот это вот перешло в 21 век, что самое страшное. Помните этих дам с этих, как пей, с секатором раз 40, чук-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